Друзья, всем привет! Сегодня мы на Мосфильмовской в шведском посольстве. Получаем вот такие вот карточки. Это карта ВНЖ. Две уже получены. Всего у нас сегодня группа 7 человек. Это ребята, которые 4 месяца назад оказались в Польше по рабочей визе. После работали в шведской компании в Гетеборге. Там нашли прямой контракт со шведским работодателем. Это русскоговорящая компания, то есть шведского у них нет. И он их пригласил официально на прямой контракт. А это карточка на 2 года ВНЖ, потом люди получат еще на 2 года. Ну и следующий уровень, это гражданство Евросоюза, это гражданство Швеции. 160 стран без визы, Америка и Канада без визы по программе ESTI. Электронная система Travel Authorization, когда вы просто заполняете анкету, там в течение 2 часов рассматривается ваша анкета, вы получаете разрешение на въезд в Америку или в Канаду. Ребята находятся там, мы их записали на интервью. Сейчас они проходят интервью, по времени это займет где-то 1-2 часа. Ну, естественно, мы их курируем, поможем, подскажем, расскажем. Итак, друзья, если вам интересно Евросоюз, а я думаю, многим интересно, берите консультацию Евгения, Татьяны, мою консультацию по Швеции. Мы идем. Вообще в Швецию можно попасть официально 2 путями. Первый путь – это открыть свою компанию. Своя компания, уставной капитал – это 50 тысяч крон, чуть больше 5 тысяч евро. Ну и плюс вы должны платить налоги. А второй вариант – это найти работодателя, который вас вызовет на прямой контракт. Между вами будет договор. В общем, процесс занимает от месяца до 3 месяцев. Вы получаете сначала ВНЖ, потом, уже находясь в Швеции, в налоговой, ПМЖ. Это такая карточка, которая дается на 5 лет. Ну а с ней уже вам открываются огромные возможности. Полностью вся социалка. Если вы потеряли работу, вам выплачивают пособие. Помогают встать на очередь на жилье, на кооперативную квартиру. Вы можете учить английский, шведский язык бесплатно, без ограничений. Ну и главное, это шведское образование. 4 самых крутых университета Евросоюза. Одни из старых университетов вообще Старого Света находятся именно там, в Швеции. И вы можете там учиться и на английском, и на шведском языке. Итак, друзья, мы идем в посольство, попробуем снять видео там. Всем удачи, пока!